Настроение потрясающее, потому что мы наконец-то снова вернулись к Rock City Hall спустя 3 года. И это наш второй концерт за этот сезон. То есть чуть больше, чем полгода, мы выходим второй раз на сцену, причем на самую любимую сцену в нашем городе. Наконец-то мы на коне. Снова. Долгожданный, он праздничный, он новогодний, и их два. Пандемия немного подкосила все концертные выступления, вот что сейчас просто счастье оказаться вокруг людей, увидеть концерт и почувствовать эту новогоднюю атмосферу. Ощущение приятное, потому что одна из композиций, она называется, у Бельсона называется «Пробуждение Вселенной». Вот у меня такое ощущение, что вот это какое-то пробуждение шоу-бизнеса я наблюдаю. Мне бы еще хотелось добавить то, что нужно приспосабливаться к сложившейся ситуации. То есть жизнь продолжается, надо не забывать баловать себя эмоциями. Очень важно, чтобы каждый участвующий соблюдал правила и из тех, кто находится на сцене, и из тех, кто сидит в зале. Я уже второй раз на концерте Бальсуона. Первый раз это был Красноярск. И именно там я познакомилась с этим замечательным коллективом. Я сегодня была счастлива снова присутствовать на этом концерте и вернуться на год назад. Крокус долгие месяцы был закрыт. Многие концерты отсюда были перенесены на неопределенные даты. И вот оказаться, можно сказать, на первом концерте после открытия Крокуса, это, можно сказать, даже историческое событие. Вообще, учитывая, что мы нынче из-за пандемии довольно редко выходим на сцену вообще, мне кажется, что мы бы сыграли и 3 концерта, если бы была такая возможность.